Всем привет, с вами Скорпион, и мы вновь продолжаем просто так бегать по Сурвариуму, играть, выигрывать, проигрывать, как-то это все переживать, ждать обновления, ждать тестового сервера. Давайте в игру залезем. Мне тут уже подсказали, как я уже, наверное, говорил про фантомные бои, что это такое. Подсказали, что не следует вот во время того, как нажал в бой, ничто другое нажимать вообще. Вот, ну, просто молиться, чтобы сперва час нас закинуло. Давайте так и поступим. Все, нас кинуло. Кинуло на Мамаев курган. Посмотрим. Посмотрим, ребята, что за соперник, что за союзник. Сегодня выходные, сегодня воскресенье, вечер. Народу я бы не сказал, чтобы уж очень было много или мало, но люди есть. Вот смотрите, кто с нами, прям, я не знаю, прям нормально. Найдите и защитите места заряда батарей. Ну, скажем так, не очень мой любимый режим, потому что, ну, вот эта вот каша, которая сводится на три точки, то есть как-то меня она не очень устраивает. Вот, блядь, тут мы уже и застряли. Блядь, ребята, я чуть не обложился кирпидонами. Все, давайте. Мальчуха так вот сделаем. Подстрахуем свою попку, так сказать. Ушел, чувак, почти ушел. Здесь мы ни черта не видим. Возможно, тут уже нас снайпера ждут. Давайте нахрен идем, что-то я не понимаю, кто. О, вот лупят уже снайпера где-то как-то что-то пытаются нагибать снайперюги. Давайте мы тут пройдем, вдыхнем, блять, с этого свежачка, который здесь. Опа, наш капкан сработал. Понятно, отлично. Посидим, поглядим, как всегда. Вон, смотрите, у них снайперюга. Ой, кого-то я разозлил, наверное. Допрыгнул, ребята. Просто это было нереально сложно. В эту дырку попасть тоже нереально сложно бывает. Здесь что, здесь непонятно, пока что тишина. Так, батарея заряжена. Такие мы раз. Опа, чувак, молодчуля, ушел, пошел. Все, сука срань, ты где засела? Так, где-то кемперюга, вот смотрите, крипа где-то засел. Знаю я одно место у них на базе. Вот смотрите, там кто-то шарится. Кто-то вот. Давайте мы его попытаемся встретить. Ну, опять же, попытаемся, ребята. Никто не знает, где он пойдет. Но пойдет, скорее всего, естественно, там. Почему? Да. Ну потому что чтоб в аномалию не попасть. Здорово, чел. Спасибо. Я надеюсь, меня также сейчас не встретят там в задочек. Так, вот еще батарея заряжена. Сейчас оглядываемся тут, чтобы по пяткам нам не нарезали. Там гранатой своих накрывает. Так, что здесь у нас? Ничего не видно. Хера тут лупят. Мельник, это был ты? Да, он кого-то там снял. Очень-очень замечательно. Сейчас надо мне бы на заправочку. Я даже не знаю, что делать, ребята. Я не понимаю противника пока, насколько он там крут или не крут. Честно, не знаю, не понимаю, что делать. Херакс, у них там уже, наверное, шары на лоб. Блядь, две батареи сразу. Ну, к сожалению, вот как-то так. И тащим мы третью, ребята.
Смотрите, что-то вообще не дамажился, чувак. Не понимаю, какого хера, блядь, где он там лупит? Сидеть нельзя, уходим. Сверху-то, конечно, оно, блядь, снимать нашего... О, царь-батюшка, ребята, я играл с этими игроками, с царем-батюшкой, скажем так. Прикольно тоже челы. Неплохо играют. Сука, я не то чтобы не ожидал его здесь, я просто смотрел вот про ту точку, которую я вам говорил, да, то что я, возможно, знаю, где там засел он. То есть на респе, на базе у них, совсем у них есть дерево, на котором можно беспалевно сидеть. Там действительно очень близко только видно вот эти вот вспышки от выстрелов. Да ты, сука, ты смотри, что он вытворяет, блядина, а? Смотрит ПЛ. В море, блядь, из какого-то злоебучего, я бы так сказал, револьвера просто, но налево-направо дамажит. Граната прилетела, блядь, надо въебывать. Посмотрите, он ведь просто ждал нас, он знал, что мы пойдем здесь. То есть прочитал нас. Блядь, это очень плохо, когда противник уже умело нас читает, то есть наши действия. Так, тут я смотрю, есть некое прикрытие. Сейчас я пытаюсь туда ломануться через врага. Так, чуть пробежали, аптечка, вперед. Сейчас она у нас тут, мальцуха. Так, у них ни черта нет. Смысла тут к ним гребсти я не вижу большого. Вот у нас они стараются что-то спиздить. Вот как-то так. Я надеюсь, накажут. Да, наказали, по крайней мере, одну батарею. И, скорее всего, время поджимать. О, смотрите. Смотрите, этот жмурик, какой-то зморик. Он побежал за нами. Блять. Да выебывались, мы попали в чью-то пока. Блять, и к сожалению, мы здесь нихуя не нашли. К моему большому сожалению, давайте я просто закрысю здесь. И буду ждать, когда зарядится батарея. Смысла бежать я сейчас куда-то не вижу большого. Скорее всего, здесь чувак. Вот, смотрите, батарея заряжена. Так, нас, я надеюсь, не встретят. Но если встретят, тут вот у меня, да, вон товарищ вообще бежит прям ко мне, а второй прикрывает. Так, вот смотрите, жморик этот, жморик пыль. У него, оказывается, еще есть и АКМ-очка. Он просто, блядь, издевался либо над нами, либо у него не было патронов, когда вот из револьвера нагибал. Два раза нагнул, ребята, блядь, у меня так... Так, сейчас и пойду я вправо, то есть надо заправочку. Надо заправку, ничего не знаю. Возможно, меня сейчас здесь снимут просто-напросто, здесь очень она не очень, я бы так сказал, это дозаправочка. Так, и да, сейчас мы ломанемся со всем стадом. Зачем со всем стадом? Пойдем маленечко в обход. Смотрите, там уже товарищ Зморек работает. Смотрите, двоих снял. Ждет. Нет, давайте я не пойду туда. Батарея заряжена, я пойду вот сюда. Давай, хватай. Блять. Да выебывался. Ну, все понятно. В принципе, это естественно. Так, смотрите, он взял батарею. Давайте. А я... Ой, наши перешибли. Блин. Умер. К сожалению, умер. Но он, по крайней мере, попытался ее унести. Это замечательно. Мы ее дотащим. Я надеюсь, мы ее дотащим. И я начал мыслить, что естественно, что команда противников держит, ну, с нашей стороны получается вот этот левый фланг. Им добежать туда намного легче, и снимать нашего брата сверху намного легче, чем снизу. Мне, по крайней мере, так кажется.
И давайте я сейчас пройду по вот этому краю. Я не буду туда, там у нас, вот смотрите, большая часть команды. Зачем мне туда ломиться? Смысла я не вижу. Напрямки бежать я тоже смысла не вижу, потому... Опа, был прострел, ребята. Банальненький прострел. Сквозь коробки. Так, тут маленечко надо нам дыхание перевести. Здесь, возможно, нашего брата опять же палят. Палевное, очень палевное место. Ой, смотрите, что я здесь имею. Ну, я сейчас пройду вот сюда. Сделаю вот так. И постараюсь вот с этим вот добром-то съебстись подальше. Отлично. Блять. Воу, ребята. Блять, не подставиться бы. Чувак, снимите там эту шлюшку, блять. Который мне дамагнул. Батарея заряжена. Так. Воу, ребята. У нас счет просто великолепный. Но не в счете дело. Не в счете и не в этих местах. Это, я говорю, дело последнее. Главное сделать все максимум для победы своей команды. Рвать жопу, а не рвать жопу там, допустим, на... Так, а что здесь? Кто здесь? Рвать задницу на... Именно на первое место, на количество киллов. И в итоге проебать. Смысл? Вон, сука, пишут нашему кому-то. Так, тут я не вижу никого. Пройдем мы сейчас легонечко здесь. Ага. Так. То есть бывают, да, такие бои, смотришь прям, ну действительно, противник рвал задницу, там нашего брата просто высекал, да, вот. Посмотрим сейчас, смотрите, у них вот этот зморик 28 к 7. Они проебывают 8-0. Смысла-то? Смысла этой игры, если команда, блядь, у них еще минус 2, ребята, у нас минус 1. Ну, увы и ах. Что я сделаю, когда все настолько плохо? Стрельбу кто слышал еще, нет? Ты кому-то скажешь сейчас? Вот, все, он пропал. Можно крысануть. Я надеюсь, что можно. Я надеюсь, что нас не просекут прям вот с первача, что мы вот прям здесь. Вот здесь вот что. Вот я сижу, жди. Но он сюда-то вернется, наверное. Чё, меня же надо наказать. А я вот такой вот я крыс. Я, конечно, не вернулся. Вон, нет, вот он возвращается. Вот он вернулся. Да, я не советую, конечно же, как-то менять свою локацию и прочее, когда есть время подождать, чтобы убрался отсюда труп. Давайте, все, мы здесь постреляли, он будет сейчас здесь очень-очень осторожным, идти, по крайней мере, очень-очень медленно, смотреть на все нычки, лазейки, а я просто уйду к вот тому месту зарядки батареи. Возможно, там что-то зарядилось, я почему-то пропустил, возможно, этой надписи еще и не было, что где-то что-то заряжено. Возможно, уже батареи где-то все поделили. Егерь 57, я, к сожалению, не запомнил, кого я накрыл, кто так улыбаться, ну... Может, и не нам это адресовано. Хрен с ним, ребята, хрен с ним. Чуть больше 2 минут до конца раунда, так скажем, до конца боя, мы ведем в счете 8-0. Проебать мы теперь сможем, ну, только просто по большой-большой случайности. И я думаю, этой случайности быть не должно. Так, что здесь? Ай. Кто там был? Смотрите, ну... Меня тоже надамажили. Давайте я обойду. Я тем более покоцанный. Чем мне терять? Вау, смотрите, он там снайпер херачит просто. Вот этот вот крипа. Но, ну, флаг тебе в руки, чего там? Молодец. А я убил. Прям в башку. И не жалко мне, что я сдох. Зато я оттуда снял крысу. А этой крысе понадобится намного больше времени добираться до туда, чем мне. Ай-яй-яй. И мы у них еще пиздили ящик. Ну, это ли не радость? А что-то егерь продолжает у нас рыбу давить. Я не знаю, что это такое. С чем это связано.
Ну вот какая-то такая вот радость у него просто щенячья. Блять, только-только я нажал на кнопку использовать аптечку, и естественно, блять, у меня пальцы, блять, не там, где надо, и на нас вылетело вот сия чучело в какой-то этой шапке, блять, я не знаю. Так, давайте здесь будем действовать как можно более аккуратно, что ли, я не знаю, вот как-то так вот ломанемся и посмотрим, насколько это будет у нас аккуратно выглядеть. Кто здесь, бля? А не, никого? Испугались? Так, ой, вот он у нас жмокик. Смотрите, он просто как-то нас разглядел. Я его, блядь, краем глаза из-за какой-то коряги просто... А нас пропалил и высек буквально с двух выстрелов. Ну, не знаю, я вот сейчас посмотрю, какой у него уровень прокачки, то есть вообще. Так. 8-й. Нет, не верю, ребята, давайте, все. Бот или читер? По-другому никак. Не верю, ребята, что с 8-м уровнем развития персонажа есть вообще такие результаты. Возможно, ничего не знаю, ничего не могу утверждать, но, ребята, репорты кинем, блядь. Вот второй раз, видите, сейчас мы, то есть, мы сделаем, допустим, мне должны написать, что второй раз нельзя. Ну, не знаю. Вот, на всякий случай еще раз кинул, мало ли. Давайте пройдемся, значит. 8-й, не верю, вообще нет. Либо бот, либо читер, да, ну, естественно, читер. Вот так вот уверенно я назову его читерком. Егерь 57 31 уровня. Смотрите, да, 31 18 10. Что такое? Здесь на 20 фрагов больше. Что это везение такое? При всем при том, что я сейчас вот просмотрю свою команду, блядь. Так, 36 СМГ клан. 23, ребята, вот смотрите, да. 16 Россия клан. Андрей 15, 17 уровень. И у них двое не играли. Я не знаю, вот смотрите, ну скорее всего, вот этот вот точно, да? Ну смотрите, я не знаю, откуда он здесь вообще на третьем месте. Без понятия. Без понятия, ребята, давайте посмотрим у нас. Смотрите, 76-й, блядь, сыграл 8-12, ребята. Царь-батюшка, набравший набравший в нашей команде всех больше очков. Как, ребята, 76-й, я просто тоже уверен, что он сейчас кинет репорт вот этому вот товарищу. Ну, ребята, я не верю, что так бывает. Здесь у нас, значит, 24-й, Грипстагрин, Мельник 19-го, ну, 12-7, кстати, для снайпера неплохо. Для снайпера всегда неплохо, если ты в плюсе по киллам. Так, 10-го, 9 к 15, 15-го, 4 к 12. 9-го совсем ничем, широкий и альтер. 32-го, к сожалению, его не было. Вот такой вот бой получился. Скорее всего, ребята, это читер. Ну, пусть проверят. Вот, используют, да, максимальное количество жалоб за день, то есть на одного игрока. Вот это вот сообщение я вам и говорил. Давайте нажмем еще раз в бой. Проверим. Все-таки сперва проверим мой рейтинг. Вау! Он все так же в минусах. По заданиям давайте хоть посмотрим, что-то у нас, что тут по заданиям, задания какие-то неинтересные, давайте их обновим. Так. Ага, украсть, найти 3 и выиграть бой. Ну, вот, ну пусть, ладно, будет так, что. Более-менее, если кому интересно, вдруг у меня вот моя таблица распределений очков навыков, ну, баллов, так скажем, своими именами будем называть, распределение баллов. Вот, вот так вот. Решил я сейчас так сказать, подробно, что ли, уделить внимание прокачку болевого порога, потому что, ну, реально там уж, вроде я птичку съел и все, а звук пуль выносят вот после первого ранения, да? Я, скорее всего, это связываю вот с такой вот херотенью. Кстати, в магазине мне что-то посоветовали посмотреть на наборы. Посмотрим, где кликнуть на наборы. Давайте, ну вот за 5000 вихрей. Вот, смотрите, вау, что здесь есть. Я никогда что-то это, в принципе, и не делал. Посмотрим, смотрите, сравним с нашим оружием. Давайте, ребята,
урон больше 55, ребята, сразу 55. У меня, блядь, 45, нахуй. Давайте посмотрим. 14 уровня. Все, все. Давайте посмотрим, что у меня есть из экипировки 14 уровня, точнее из оружия 14 уровня, с которым я бы просто играл. Ну, у меня 14 уровня нет. Я вот с этим АС-валом бегаю на тех вот уровнях, на 13-14, да, скажем так. Вот. Давайте посмотрим. Давайте, ребята, так, мне уже очень и очень интересно. Вихрь. Вот, давайте сравним. Тот же урон, все. Мы глаза не разуваем. Бронебойности поменьше. Но у меня здесь... у меня он золотой, кстати, сравниваем, да, две золотые вещи. Значит, дисперсии меньше. То есть, ну, вообще его не кидают, я так понимаю. Это. Дистанция та же. Скорострельность, ну, просто бешеная. Да, у нас, ну, можем так сказать, чуть-чуть поменьше. Но вот этого, вот этих 900 скорострельности, это просто хватает. Причем, если, смотрите, какую-нибудь вон сраную надежность заменить, модифицировать на скорострельность или там бронебойность добавить ему, это вообще просто, ну, ну сказка будет, а не оружие. Причем, смотрите, здесь какой-то я баф первый раз вообще вижу. Получаемое серебро плюс 10%, ребята. Вот, ни хрена себе, надеюсь, после обновления такие бафы будут выпадать на обыкновенный шмот, оружие и как и тому подобное. Вот что мы имеем, оказывается. Смотрите, набор налетчика. Вот, смотрите, я вот даже не предполагал, что так можно. Вот, смотрите, да, репутация, черный рынок плюс 5% идет, опыт сразу же больше. Ну ни хрена себе, штаны, подсумки, опыт, репутация, золотой УЗИ, серебро, урон, надежность. Ну вот эту надежность, говорю, убирать нахер, она не нужна. Круто, прикольно. Так вот можно сравнить. Давайте вернем экипировку у нас. Давайте назад отдайте. Да, вот оно. Одеваемся. Так, а слушайте, а зеленое что у нас? Урон плюс 1 и бронебойности плюс... Ой, бронебойности плюс 2 даже. Процента, ребята, у нас 25,5 будет. И урон не 45, а 45,45. Откуда у меня... А тут у меня время прицеливания. Ну, давайте попробуем. Давайте посмотрим все-таки, как. Возможно, это нас как-то где-то выручит. И я сейчас продолжу сравнивать свой шмот с этим вот. АК-74М. Давайте сравним. Золотой с зеленым своим. Урон 48. Блин, у меня тут на плюс 1% 45. То есть чистый у нас был 45. Здесь 48 сразу, да, на 3 пункта. Бронебойности меньше. Дисперсия больше. То есть вот, дистанция это же. Скорострельность чуть побольше. Но не такой уж, я бы сказал, это прям шоколад. Так, это мне не интересно, вихрь я сравнил. Витязь, какой тут витязь предлагают? Ну, у меня золотые витязи намного, намного лучше, наверное. Скорострельность плюс 6%. Ну, вот это вряд ли, конечно, что у меня есть с такой скорострельностью. Давайте посмотрим. Давайте, так, оружие. Вихри у меня золотые есть. Вот у меня их. Какие вихри нахрен? Витязи. Скорострельность плюс 2. Здесь у нас, значит, вообще ни о чем. Надежность можно убирать херам. И здесь вот скорострельность плюс 4%, ребята, а там у нас плюс 6 мы имели, да, у этого витязя. Ну да, скорострельность 742, это охереть. И вот, ладно, это винторез вообще меня не интересует, что там, такой винторез галимый. И набор выжившего, шматье, глянуть, как оно выглядит, очень интересно. Мне еще интересно, смотрите, есть такая, да, особенность, что вот этот вихрь, он выпадает, то есть в случайном порядке каком-то, да, там, возможно, людям с премиум аккаунтом, еще как-то что-то, но выпадает он, да, простым смертным, то есть не за голду. А выпадают ли вот эти вот куртки, допустим, ну, шматье из этих вот наборов, мне интересно, ребята, если кому выпало, не обессудьте, напишите, в самом деле, просто ждать, не ждать такого счастья. Просто нацепить шматье и, не знаю, полюбоваться, да, там как почувствовать себя Юдашкиным с новым шматьем, поиграться. Так, давайте маленечко отвлеклись. Давайте поиграем еще. Сыграем бой.
по крайней мере. Посмотрим, посмотрим. Особого смысла мне сегодня, конечно, играть нет. У меня три боя закрытость на сегодняшний день уже. Ну ладно, мы ж не ради вот этих только трех побед и все, игру бросаем, ребята. Не, мы стараемся. Я не знаю, говорил я или нет, я вот сейчас хочу направлены все мои вот эти вот потуги в игре. То есть вот это не обращение внимания, скажем так, да, на, блядь, что застыло, ребята, у меня сейчас сердце остановится, если здесь вылетит. К сожалению, игра опять вылетела, мать бы ее идти, опять на ровном месте. И я маленечко не закончил мысль, да, зачем я вот продолжаю играть в эту игру вообще, когда ее большинство, так скажем, ну я не буду за большинство говорить, но многие ребята, да, ну и девчата, возможно, забросили просто. Я стараюсь максимально получить максимальный уровень развития своего персонажа до обновления, потому что там обещают стряхнуть, я не знаю даже, что вообще, так, вообще что тут, точки, ага. Вылет не так страшен, конечно же, но, я не знаю, баланс сил, конечно, не очень. Что, где и как. Вот, я не знаю, скинуть ли вот ту таблицу, которую мы имеем. То есть, вот у меня вот сейчас какой-то 46 уровень или как-то так, да. Получим ли мы какую-то компенсацию за вот эти вот скинутые очки или как вообще, что вообще, как будет... Я не понимаю, поэтому сейчас вот моя такая основная задача, это просто получать уровень. Level up. Все, больше я ничего не хочу. От игры. Ни хера я здесь не вижу. Я себе что-то ебошат прям не по-детски. Кто здесь? Кто здесь, ребята? Все свои, все свои. Тишина. Батарея заряжена. Чувак, бери, я прикрою. Я такой, я умею. О, классно, у нас тащат две батареи. Вот. То есть вот такая вот, я не помню, батареи, о, батареи, батареи не дотащили, смотрите, ребята, ее отжали у нас. Просто взял и отжал, товарищ, это нехорошо. Ну, вот смотрите, у нас уже три будут батареи, если я дотащу. Вау, по мне снайпер работает. Так, здесь кто-то еще хуячит. Вообще жуть, короче, как провожает нас до базы. Вот, значит, хочу просто набить тот максимальный уровень, который мне будет возможно сделать до обновления 0.26. И опять у всех у нас будут волосы дыбарем от этого обновления. Что там, как там, блять, вообще будет, да? Так, где-то я ощутил на себе пристальное внимание снайпера. Да, я хочу пройтись по вот этим нычкам. Так. Ага. Оно здесь. Это чмордяйство где-то здесь у нас. Нам главное, блядь, в капканы не попасть, которые он явно вот расставил. Молочуля. Так, и ну, если так, вдруг он захочет сюда. Ну, ты там пробегись. А ты, падла, разряжает. Разряжает капканы. Попался у нас опытный игрок. Хотя нет, не знаю, что он там стоял, но он не... Тот, а кто у нас? Что, свой, что ли, расхуярил? Погодите. Да, вот он так, да.
Это был свой, оказывается. Етить твою мать. Ну я, если бы не он меня, то я его бы надамажил. Так что, в принципе, какая разница, кто кого. Он что-то был как-то незаметен на фоне, а? Воу-воу-воу, тут сняли, смотрите. А где кто? Кто где? Батарея заряжена. Я даже не знаю, кто где здесь. О, чувачок. Ладно, прошел. Прошел у нас, успел вздриснуть. Ёпамать, что происходит? Дернули батарею, несемся, давайте, давайте. Ва-а-а, через аномалию везде. Ну я сейчас думаю, нас снимут снайпера, да? Кемпедристы, где вы там? Сука. А, да, да, к сожалению, но чё, хер с ним. Хер с ним, ребята. Здесь батарея, да, и попытайтесь ее дернуть. Нагните этого. Ну там он сейчас одного снимет, скорее всего. Хрен с ним, ребята. Хрен с ним. Как сказать, все для победы. Всё. О, вот там кто-то шарнулся. Кто-то наверх забежал, мне так кажется. Или мне это кажется. Батарея донесена. Вот, смотрите, все замечательно. Мы у них дернули единственную батарею, которую они там старательно прятали. И что я сейчас предлагаю? Я предлагаю вам переместиться на этот фланг. Кто-то здесь уже залез, поэтому будем осторожными. Очень осторожными игроками. И пройдемся, ребята, пройдемся вот здесь. Здесь у нас никого из наших. Возможно, тут кто-то из их. Из ихних шнайперов. Не вижу, пока не вижу. Оп. Кто здесь? Что-то никто нигде не жахает. Мне интересно, что-то, ребята, что, совсем с базы не выходите, что ли? Да, совсем поджали, опять же, бой будет не очень интересным. Давайте точно так же и спустимся. А, смотрите, мы разгружаем у них все. Разгружаем и разгружаем. Они что-то как-то сопротивляются, опять же, но не то чтобы уж прям как-то активно. Давайте вот здесь посмотрим. Вот, вон, смотрите, 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 что. Что он сейчас понесет, он сейчас понесет. Нет, батареи не было. Батареи не было. Как так? Ну, если батареи там не было, то давайте это здесь проверим. Где-то же она должна быть, где-то вот суждено зареспауниться. Вот, блять, вот она, к сожалению, там. Скорее всего, возможно, на болоте, я говорю, в этой локации на болото я вообще не хожу. Если уж по чесноку, то ни разу. Так, здесь нету. Я вот, по крайней мере, здесь люблю ходить. Я не знаю, кто-то может через дом здесь ходит. Кто-то здесь ходит, нет? О, через дом. Или нет. Или да. Сейчас проверим. Сейчас проверим, кто здесь. Так, этих нету. Так, мы на третьем месте с таким-то позорным счетом. Опа, опа, я кого-то вскрысил. Чувак! Че, я тебя не напугал, что ли? Ни капли, хуя ты слон. Так, ну и давайте ждем уже надписи нашей любимой, что батарея... Бля, батарея заряжена. Где, где, где? Отдышаться. Давайте наверх, пока этой надписи не было. Где-то посередине будем держаться.
По-моему, насчет противника не стоит заморачиваться, его поджали более чем, мне так кажется почему-то. Ой, смотрите, тут батарея была. Чья? Не знаю. Я донесу, чувак, да? Отлично. Постараюсь донести. Постараемся. К сожалению, опять там в команде противника горе снайпера. Вот, смотрите. Ну, высекают кого-то, да. Ну и чё? И чё, ребята? 5-0. Ну, настреляете вы, опять же. Я говорю, и чё, как это вам поможет-то? Вообще такая неслыханная наглость. Как-то я здесь очень и очень к месту. Так. Я хочу вот туда прорваться. Так. Кто? Где? Как-то, смотрите, прорвался из вот этого кольца цепления, да, нашей командой. Пробрался все-таки. Смотрите-ка. Буквально в ворота прям наглую. Там, с наглой такой ряхой. Опа. Я кого-то опять перестрелял. Там-там-там. Нету ничего здесь, чувак. Можешь передать своим. Бегаем наверх. Кто-то здесь, что ли, я понять не могу. Я надеюсь, меня с этого гнезда сейчас никакой не снимет. Кем педрюга. А вот я сейчас здесь и посижу. Устрою посиделочки. Смотрите, что кто-то тут яростно отбивает эту точку. Я пока тут ничего не вижу интересного и вкусного. А вот забегая здесь, они могут меня пропалить. Тогда надо чуть назад. Наши на подходе. Я сижу, не дергаюсь. Что-то как-то мне это не особо и нужно тут дергаться. Я не знаю, почему-то, блин, я пропускаю эти... Я сверху. Меня высекли. Блять. Центр чутка они перетянули. Чутка у нас вот АФКшник. Возможно, вот, ребята, вот это вот и будут так называемые, да, фантомные бои. Ребята, мне это просто фраза теперь не дает покоя. Кто где? Откуда? Мне главное интересно, откуда? Сверху. Сверху где-то лупят, и я туда не пойду. Чтобы вы не думали, у них опять пизнули батарею, вот вы и идите к нам. А я к вам не пойду. Я пойду вот сюда проверим. Пам-парам-парам-парам. Никого. Так, тут никто, я надеюсь, не засел возле батареи. А тут меня никто не пасет, как вот я пасу. Что такое, батареи нету? Они походу это... Все, надписи раз не появляются, значит они где-то там на болоте. Давайте я предлагаю просто ради интереса, ради эксперимента сбегать на болото. Не знаю, что там, какой интерес нахер, какой эксперимент, блядь, 7, 6, 5, 4. Осталось-то у нас тут. Все, бой закончился. Так, отыграли мы, конечно же, здесь не очень. Ну, а, во-первых, нас выкинуло, меня выкинуло из игры. Как-то так. Ну и опять противник, не знаю, хрен с ним, с противником. Команда, спасибо команде за победу. Команда, по крайней мере, не овощи. Так,
Я на втором месте. Вот про это я говорил, ребята. Это всегда меня будет утешать. То, что там шмот не выпал, там автомат какой-то золотой. Да насрать, денежку подкинули, уже радостно. Так, давайте пробежимся по противнику. 15-й. Так, 17-й, смотрите. Вау, настрелял-то, настрелял-то. Так, Гекс 83 с СКСом. Так, Фикс, еще один у них, Кемпедрила. Еще один, Чапаев. Да, шашкой на голодок, и то бы, наверное, больше нахерачил. Клан МВД, ник 0614, 4 к 11. Еще один, смотрите, ребята. Все, ну, я бы вообще, я бы со старта убежал. Вот я с такой командой и убежал один раз. То есть я посмотрел на старте, вот так вот, просто оглянулся. Смотрю, етить вашу мать, там пятеро просто кемперюк, которые у нас вообще, вот они реально, вот они просто добежали до базы. Вот точно это же была локация, то есть РЛС Восток. Точно так же все было. Они добежали до окон на нашей базе. И все засели пятеро. Ребята, то есть нам троим надо было, блядь, команду нагибать противника, как-то еще таскать батареи. Это вообще, это, ну, просто нервы не выдержали, просто, я не знаю, у меня все запасы таблеток кончились, которые просто в доме успокаивающие были. Вообще было страшно. Я вышел сразу, это не бой. Ну тут, да, я не знаю, молодцы, вот этот вот, да, молодец, он набил, там, допустим, да, он проебал, ну, возможно, где-то у него тут в плюс сыграл. Все замечательно, ладно. Команда противника полный шлак, мы уже убедились. У нас, значит, здесь 12 к 8. Берег младший 11 уровень, 12 к 7. ЗБТ к Зераки. Что такое к Зераки? 38 уровня, 4 к 10, ребята. Увы и ах. Простачок 8 к 6, 17. РНД. Русский 8 уровня, 3 к 4. Фаллен 16.04. Это что у нас получается? Что, 16 апреля день рождения, что ли? А что, год не указал? 18 уровень. Возможно, ошибаюсь. Так, 2 к 3 сыграл. И Никтом. Я не знаю, что это такое. Как он при нуле вообще киллов умудрился еще 11 раз слиться. Ну, это, возможно, у него что-то какие-то технические проблемы. Возможно, так, значит. Так, ребят, смотрим, здесь у нас все в плюсе. Все замечательно. Лучший игрок, да, я как и говорил, молодец. Молодец, но, к сожалению, с такой командой это увы и ах, просто я не знаю, тут слез всего мира не хватит, чтобы оплакать вот такой матч. Просто сливной. Лучший стрелок. Гонсалес 666. Ну, согласен, да, на Кемперил достойно. Но, опять же, увы и ах, это ничего не дало. Я со своими 10 килами, так и то очков больше набрал. Не на много, конечно, но больше. Чё нет? Так, лучший напарник. Это у нас вот К. Зараки. И лучший исследователь Чапаев. Чапаев, у них еще что-то там у артефактов забыл. Ладно, обследователь хренов. Тут нам ничего интересного не покажут. Задание выполнили хранитель, то есть сохранили нашу базу от кражи. А вот такие вот опять получились бои. В принципе, ни о чем. Противник откровенно был слабый. Ну вот как-то так. Я говорю, я не выбираю, да, противников, как родители, не выбирают. Ну точно так же, как и союзников. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Пока.